Всем привет! Мы снова на Тихой охоте. В этом фильме вы увидите много интересных находок. Всем приятного просмотра и обязательно проверьте, подписаны ли вы на канал. Ведь те, кто подписан на канал, находят вот такие вот грибы. Это польские. Ой, а ты кто у нас тут? Так. Кажется, мне кажется, это польский. Да, это польский. Так. Пойдемте дальше. Мой следующий грибок — это польский. Маленький такой, крепенький. Я не смог мимо него пройти. Какой красавец. Почищу и положу в корзинку. Так. Кто-то тут у нас. Так. Мне кажется, это польский. Да, это польский. Вот это удача. Кто это у нас тут спрятался? Так. Ты у нас польский. Красавец. Вот он. Красавец. Так. Я сначала подумал, что это белый еловый. Как кто-то у нас тут. А ты польский. Ножка толстая, а сам он крепенький. Ух ты. Кажется, это беленький. Да, это беленький. А это кто рядом? Ну-ка. О. А это польский. Белый и польский. Обратите внимание. Три польских. Раз, два, маленький третий. Целая семейка. Выкручиваем. Второй. И вот он наш третий.
чуть-чуть отошел от подберезовика, нашел три замечательных свинуха. И грибники делятся на две категории. Те, которые берут их и едят. А другие считают, то, что эти грибы несъедобные, даже ядовитые. Два вида этих грибников считают себя по-своему правыми. А как вы думаете? Напишите в комментарии. Они далеко стоят. Еще два красавца. Раз. Два. Так. Иди сюда. Так. Красавцы. Так, очередной польский. У меня такое предчувствие, что сегодня или завтра нас будет ждать очень вкусный суп. Ух ты, вот это красавец. Еще один польский. Мне очень долго не попадались грибы. Тут я нашел целых два. Раз. И вот еще один, второй грибочек. Посмотрите, какой большой польский. На солнышке греется. Думал от меня спрятаться за деревом. Но от меня не спрячешься. Такой у нас он беленький. Польский беленький. Нашел небольшую полянку польских. Так, первый. Второй. Тут есть третий, но он уже заплесневелый. Четвертый. Вот он, пятый. Но мне всего этого кажется мало. Может, рядышком есть еще? Ух ты! Чего себе! Польский еще один. Да какой большой! И крепкий. Тут пройдусь.
ты. Заметил. Ух ты, да тут не один, а целых три. Раз. Два. Три. Восемь польских. Мне кажется, я нашел замечательную поляну, где растет очень много польских грибов. Но я останусь тут еще и посмотрю, растут ли здесь еще грибы. Я был прав. Здесь растут еще польские. Так, вот он. Раз. Рядышком второй. И вон там прячется третий.